Клавдия Николаевна живет в частном доме. В свои 86 лет она ведет хозяйство и ухаживает за огородом. Родные стараются оказывать ей помощь, но у них не всегда хватает на это времени. Поэтому поддержке волонтеров женщина очень рада. Сотрудники МОСОБЛГАЗа взялись за дело с самого утра. На приусадебном участке много опавших листьев и поросшей травы. Пару часов работы, и во дворе полный порядок. Пусть даже это будет элементарная помощь, приготовить поесть или убрать на огороде, прополоть грядки. Мы согласны на все, и мы считаем, что для старшего поколения нужна такая помощь везде и всюду. В акции «Помоги старшему поколению» участвуют 50 волонтеров из всех филиалов МОСОБЛГАЗа. О пожилых людях они заботятся без отрыва от производства. Естественно, это в свои выходные, добровольно. Я сегодня как бы предвыходной день в связи с тем, что я заступаю сегодня в ночь. Соответственно, у меня есть весь день отцепной. Естественно, изъявил желание приехать сюда и оказать содействие нашим пожилым людям. Навестить Клавдию Николаевну приехал и генеральный директор МОСОБЛГАЗа Игорь Баранов. Он вручил женщине подарки и поздравил с днем пожилого человека. А хозяйка дома провела для него экскурсию по своим владениям, показала огород, теплицу и цветники. Очень большое хозяйство, очень большой огород, много забот. И очень рад, что мы хоть чуть-чуть, но поможем Клавдии Николаевне с ее хлопотами. Когда волонтеры завершили уборку двора, Клавдия Николаевна пригласила гостей на чай и поблагодарила за помощь. Они помогли, конечно, помогли. Вот мусор собрали, листву. Молодцы, хорошо придумано. Бабушкам стараем, у кого, которые одинокие. Да, это хорошо. Волонтерское движение будет работать в течение всего октября. И это не единственная программа МОСОБЛГАЗа, направленная на поддержку пожилых людей. Напомним, что еще в начале года стартовала акция под названием «С заботой о старшем поколении». Она предполагает льготные условия по техническому обслуживанию газового оборудования. К программе присоединились уже около 3000 жителей Подмосковья. В акции участвуют, соответственно, пенсионеры, женщины возрастом 60 лет, да, и старше, мужчины 65 и старше, и инвалиды первой, второй и третьей группы. Накануне визита волонтеров к этой акции присоединилась и Клавдия Николаевна. Сотрудники МОСОБЛГАЗа на льготных условиях провели в ее доме техническое обслуживание газовой плиты и котла. Чтобы поучаствовать в программе, необходимо позвонить по телефону горячей линии МОСОБЛГАЗа или лично обратиться в филиал компании. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».